Я вас приветствую на канале Дача Сад, подписчики мои. Сегодня я хотел бы вам показать, рассказать, как сажается огурец либелла F1 гибридный. Вот у меня есть пакет, и я его... Сеять я его сейчас не буду, пока рановато, просто я вам расскажу характеристику, как сеять его, что делать. Вот. Посею я его потом, еще рановато на данный момент. Так вот. Итак, огурец либелла, значит. Что же представляет из себя характеристика огурца либелла и как он выращивается? Способ выращивания это овощной культуры каждый выбирает сам. Кто-то предпочитает тепличный метод, другие сажают огурцы в открытый грунт. Но все-таки важным остается правильно выбрать сорт семян. Все чаще при посадке стали использовать семена огурцов либелла. И это вполне заслуженно. У сорта высокие показатели урожайности, а также положительные вкусовые качества. Он проверен временем. Сорт выведен селекционерами Германии и с 1976 года пользуется популярностью. Сорт огурцов гибридный, что характеризует быстрый темп роста плетей и созревания плодов. Для опыления огурцы нуждаются в пчелах. Вот, хоть он и гибридный, но для опыления нужны пчелы. Стебель довольно раскидистый, с мощной структурой. Имеет большое количество листьев и завязей. Относится к среднеспелым видам. От сходов до начала плодоношения требуется в среднем 50 дней. Сам плод представляет себя крупный и бугристый бывает. Цвет огурца темно-зеленый. Длина плода 13-15 сантиметров, массой 100-150 грамм. Мякоть светлая, плотная и сочная. Огурцы используются в пищу как в свежем виде, так и в консервировании. При несвоевременном сборе урожая происходит быстрое перерастание. Нередко присутствует небольшая горечь. Порой товарная внешность вид огурцов портит белесые пятна. Белые пятна на нем бывают. И бывает горечь. Немножко он горчит. Ну и вот быстрое перерастание. Значит, надо вовремя его собирать. Следить за сбором урожая. Итак, как же подготовить семена? Опытные садоводы придерживаются мнения, что выдержка семян данного сорта должна длиться 3-4 года. Поэтому, если нет возможности или желания по правилам хранить семена, то лучше их приобрести. Ну, то есть, считается, что при сохранении семян после 3-4-летнего годичности они считаются самыми хорошими для плодоношения. А если год пролежали, допустим, семена на хранение, это они плохие. Не тот урожай будет. Семена, покрытые специальной оболочкой, сразу высаживаются в грунт. Если оболочка отсутствует, то их лучше перед посадкой на 15-20 минут замочить в горячей воде. Вместо воды можно использовать слабый раствор марганцовки. Это позволит обеззаразить семена. Большинство садоводов перед посадкой проращивают семена. Для этого их нужно окутать тканью и замочить теплой водой. Через несколько дней появятся ростки. При таком способе посадки всходы появятся намного быстрее. Но нужно помнить, что семена с оболочкой проращивать нельзя.
с оболочкой, которые семена бывают в магазине, значит, красный, си, зеленый, такая оболочка. Вот проращивать такие семена нельзя, потому что там на них наносятся сразу питательные вещества, и они должны вложиться сразу капитально в землю, и за счет этих питательных при поливании эти оболочка распадается, и вокруг корня образуются питательные вещества. А тут мы его, значит, смоем, если будем замачивать. Вот так вот, таким образом. Если предполагается вырастить рассаду заранее, а после высаживать в открытый грунт, то целесообразно посеять семена в торфяные горшочки, а после без ущерба для растения провести посадку. Так, правила посадки. Перед посадкой, значит, надо необходимо подготовить почву. Обязательно нужно внести перегной. Плодородная почва напрямую влияет на обильность будущего урожая. Идеальной средней температурой для выращивания огурцов является плюс 25 градусов. Почва должна быть прогретой. Если посеять семена в холодный грунт, то огурцов ждать не придется. То есть должны мы сеять в теплый прогретый грунт. Но для подстраховки можно каждую лунку кинуть не одно, а два-три семечка, но между ними оставить небольшое расстояние. Глубина посадки не должна превышать 2 сантиметра. Так, на глубину 2 сантиметра, значит, сажаем семечко. На 1 квадратный метр высаживается не более 4 растений. После проводится полив средней интенсивности и укрывается пленкой. Окончательно снимается укрытие после того, как ночная температура стала достаточно стабильна и не менее 15 градусов. Рассада сортов огурцов либелла высаживается в основном в открытый грунт. Прохладное лето идеально растет под пленкой с регулярным проветриванием. Огуречная культура любит свет, тепло и влагу. Надземная часть растения развита очень хорошо, поэтому испарение влаги происходит активно. Следует регулярно следить за увлажнением почвы и не допускать ее пересыхания. Но это не значит, что место, где растут огурцы, нужно превращать в болото. Полив проводят теплой водой под корень, и плоды будут здоровыми. Огурцы либелла в прохладную погоду поливают понемногу, в противном случае может образоваться гниль. Ну, в прохладную погоду это ясно, что поливать меньше надо. Так, если при посадке торф вносится торф или перегной, то подкормка вводится спустя 2 недели после сходов. Подкармливать огурцы нужно раз в неделю. Следует чередовать минеральные удобрения с органическими. Если есть зола и коровяк, то просто замечательно, а они вносятся в почву поочередно. Ну что я скажу, коровяк, да, коровяк обязательно надо для огурцов, но только надо брать навоз именно от коровы. А то бывает, некоторые берут от голубей, голубиной, он очень сильный и бывает зажигает, сгорает растения. Не стоит проводить подкормку конским навозом. Вот конский навоз тоже сильный и могут ухудшиться вкусовые качества огурцов. Так, болезни и вредители огурцов имеют среднюю сопротивляемость заболеваниям. Очень важно не допускать переохлаждения. При температуре ниже плюс 10 градусов начинают развиваться различные болезни. Ниже 10 градусов огурцы уже, считай, можно сказать, не растут. Если их 2-3 дня подержать, они уже начинают пропадать ниже 10 градусов температура. Так, в последнее время самым распространенным заболеванием является мучнистая роса. Болезнь может проявить себя на любой стадии роста огурца. Чаще всего это время приходится на период плодоношения.
Инфекция почвы сохраняется долгое время. Так как сорт не новый, либелла, то много о нем и отзывов. Огурцы либелла оцениваются крайне положительно. Садоводов впечатляет обильный урожай гибридного сорта, также ценится стойкость к различным заболеваниям. Попробовав вырастить на своем участке такой сорт огурцов, садовод обязательно останется доволен. Осуществляя правильный уход за растениями, после он будет наслаждаться обильным урожаем. Таким образом, такие характеристики у этого огурца. Кому, значит, кто раньше сажал, может, кто будет сажать, понравится, сажайте, пробуйте. Кому понравилось видео, значит, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего доброго!